Мы продолжаем с компанией «Зонтос». С вами Рустам. Расскажи, пожалуйста, кто ты в компании? Меня зовут Рустам Аскеров. Я являюсь руководителем направления дорожной техники в компании «Роллинг Мото». Слава, самый главный вопрос. Помимо того, что у вас есть 3 миллиарда модификаций 350-х, да, то есть на базе вот этого одноцилиндрового моторчика, видео которого, кстати, вы можете посмотреть на нашем канале, вот модель ADV мы тестировали. Причем многие возмущались, почему на треке, да потому что он там может ехать на треке. У него короткая база, он едет как хороший прям дорожник. Хотя так у него есть вид, да, кроссовера. Так вот, там есть миллион модификаций. Чуть-чуть поподробнее, потому что мы, к сожалению, пока поездили только на одной. Что есть еще? Ребят, на сегодняшний день в компании «Зонтос» у нас представлены три скутера. 350-ки, они на вариаторах, различаются исключительно базой. Да? Но если посмотреть в начинку, да, более детально, те же самые там фишки по электронике, те же самые фишки по удобству. Ну и в принципе, две из этих моделей мы можем увидеть сейчас на нашем стенде, они с краю стоят. Также мотоциклы. Отличаются в основном они высотой по сидению и длиной базы. Опять-таки, если мы говорим про там, туристическую модель, да, Adventure, вы, наверное, ее уже пробовали, правильно? Да, у нас Adventure есть на канале у нас, поэтому мы про нее довольно хорошо знаем. Но помимо нее есть также интересные модели GK. Рекомендую вам потестить, очень крутая тема. Вот как раз про GK мы и поговорим. Как раз мы планируем сделать зимние тесты, и я очень-очень сожалел, что я не успел схватить Naked, потому что картодром и треки – это моя история, и как раз Naked там бы вообще себя идеально бы чувствовал. И так или иначе мы его в любом случае сделаем, мы договоримся с Исланом, а вы, наши зрители, его обязательно увидите. Кстати, у нас в ближайшее время открывается салон в Краснодаре на Новой Адыгее, и там будет как раз-таки возможность потестировать полноценно GK. В полном объеме. Погода позволяет. Да, у нас огромная страна, и когда здесь мы мерзнем, и у нас снег, то у нас есть Сочи, Краснодар, там тепло и хорошо. И именно этим мы и будем пользоваться. Я там увидел полицейскую модель. Это что за модель? Это совершенно новый бренд, новинка 24-го года, бренд Zero Eye. На сегодняшний день это, скажем так, темная лошадка данной выставки, поэтому чуть позже будет полноценный тщательный обзор на эту технику. Хорошо. И мы вас пригласим обязательно потестить. Хорошо, ну хотя бы чуть-чуть двигатель там какой. Пойдемте смотреть. Пойдемте тест. Посмотрим, да. Движок здесь 850-й. В данном случае эта модель тестовая. И как только мы запустим полноценный тест-драйв, мы дадим вам ее реально попробовать. Ну, то есть говорить здесь о начинке этой техники, говорить об этом мотоцикле, не попробовав его в ходу, так скажем, да, воочию, ну, я думаю, бессмысленно. Согласен. Ну, вот посмотрите, он прямо просится на трек. Он прямо зовет, говорит, отвезите меня на трек. А кто у нас хорошо делает на треке? Конечно же, мы. Поэтому мы очень ждем его. Договорились. Договорились. Желаю вам отличного бизнеса, процветания, расширения модельной линейки, побольше покупателей, и чтобы вот этот поток бесконечно только нарастал. Чем у вас дела идут лучше, тем лучше дела идут и у нас. Соответственно, отлично. Ситуация, когда все выигрывают. Спасибо вам огромное, ребят. Вы крутые. Реально прям рад видеть вас на нашем стенде. Заходите, будем тестировать вместе технику, рассказывать новинки. Ну и, само собой, по дружбе ездить, вместе отдыхать на наших туристах и гонять на наших спортах. Отлично. Спасибо еще раз. Спасибо вам.